Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы сегодня играем в битву тачек на арене Драйва Хэд, потому что у нас сегодня стартовал новый 12-й сезон. Ребята, смотрите, сезон называется «Конг возвращается», то есть у нас никакой с вами новой легендарной тачки, получается, не будет. Если честно, очень обидно. То есть разработчики решили не заморачиваться и просто вернули старую легендарную тачку в сезон. В общем, ребята, давайте нажмем «Сыграй» прямо сейчас, посмотрим. Я уже думал, мы еще какую-то новую легу откроем с вами. Но нет. Здесь, ребята, есть опять Конг. У кого этого Конга нет, он, конечно же, может его получить. Да, все как было, так и осталось. Ребята, там опять Конг. Получается, наверное, новые тачки появляться больше не будут. И, возможно, разработчики будут опять подкидывать старые легендарные тачки, чтобы их все открыли. Короче, очень жалко. Ну ладно, давайте посмотрим. Может быть, появились хотя бы какие-то новые режимы игры. Так, боевой, сражение у вулкана, поездка и режим босс. Так, боссик старый. Давайте посмотрим. Быть может, я надеюсь, хотя бы новая поездка будет какая-нибудь. С какими-нибудь новенькими там тоже тачками, которых у меня еще нет в аккаунте. Так, да, ребята, и поездка. Это, наверное, уже у нас была. Так, поездка не очень большая. Так, боссик на 20, на 20 медальке. Итак, тут мы можем забрать эту легендарку, у меня такая тачка есть. И тут тоже боссик. Чувствую, и тут, в принципе, три боссика. Так, три боссика. Ну давайте, ребята, ладно, начнем проходить хотя бы поездку. Посмотрим, что у нас здесь есть, какие будут уровни. Давайте я возьму этого тиранозавра, который мы, в принципе, в поездке должны открыть с вами. Так, ну погнали, победи трех врагов, не царапины. Я взял хищника, да, вроде бы хищника, тиранозавр, хищник у нас. Так, смотрим, что здесь надо сделать. А, нам главное без царапины, три врага. Да, вот такое у нас уже было, такая локация. Так, а, я сейчас перепрыгну, и тогда появятся эти тачки, по идее. Так, смотрим. Стоим, да, вот они, три обезьянки появились. Ребята, ух ты, что мне делать? Я давайте сюда переключусь. Нет, короче, ударил, сам себя взял и ударил. А так бы спокойно здесь на изи бы прошли бы чисто. Ну ладно, потом я переиграю. Окей, идем дальше, ребята, идем дальше. Я все равно немножко расстроен. Немного расстроен, что нет новой легендарной тачки. Не знаю, почему так разработчики сделали. Так, опять вулканические призраки. Победить трех врагов. Так, ну да, по-моему, ребята, локация старая. Ага, это медалька. Так, это медалька. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, я хочу пойти туда вверх. Мне надо забрать медальку, есть, забрали, забрали. Так, как-то надо, чтобы бошка наша осталась целая, нет. Увы, зацепился я. Так, ну давай, иди сюда. Ах ты. Так, один, второй готов. Ну и остался последний чувачок. Сейчас он ко мне подъедет. Или я его так добью. Так, да, все, вынесли мы его, вынесли, идем дальше, поехали. Так, следующее у нас задание «Охотник за трофеями», собери 6 предметов, пройди задание на тачке «Велоцираптор». Такс, по-моему, это все, все у нас, все, все старые задания. Такс, ё-моё, давай «Велоцираптор», да еще попробуй выговори. Ну тут, в принципе, наверное, если тачечку поменять, можно... Можно даже успеть уложиться из, и по таймеру. Так. Ну, явно не на этой тачке. Так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну, в принципе, еще остается у меня. Жизняки еще остаются. Так, давайте заедем сюда. Так, ну, давай разгонимся. О! Э, ну, давай-то быстрее уже забирай свой последний этот предмет. И мы идем дальше к следующему испытанию. Так, следующее задание. Нам нужно победить 5 врагов. Выбираем тачку тип травоядный. Смотрим, обезьянки стоят. Ну, что-то я не помню таких обезьянок. Так, ну ладно, 5 врагов. 5 врагов. Я взял анкилозавра. Тоже наша легендарная тачка. Тачка, которую мы когда-то с вами открыли. Так, ну ладно, мне надо, наверное, отъехать. Так, и последняя тачка. Иди сюда, отлично. Пока идем все по 2 медальки, по 2, даже иногда 3 медальки, но надо, видите, без царапины. То есть потом можно, в принципе, будет переигрывать какими-то более мощными легендарными тачками. Так, давайте заберем контейнер для травоядных. Короче, у нас такой травоядный сезон. Да, типа животные будут все травоядные.
Ну, посмотрим. Смотрим, мне выпадает лошадь. Вы обязательно, ребята, в комментариях пишите, как вам этот сезон. У всех ли есть конговец? Ну, у кого нету, конечно же, ребята, открывайте его. Так, опять задание на тачке тип хищник. Ну, кто у нас тут по хищникам? Мощный такой. Лунный тигр. Ну, мне этот лунный тигр, если честно, не очень нравится. МТСПшка? Нет, пускай, ладно. Остается тираннозавр. Так, все, ребята, 5 предметов собрали. В принципе, задание несложное. Единственное, только надо менять тачки, чтобы сделать это за 20 секунд. За 20 секунд тогда еще больше медалей мы сможем забрать. Так, у нас 11 медалей, ребята. 11 медалей, давайте. Еще опять так, собери 18 предметов. Ё-моё. За 30 секунд финишируй. И опять берем велоцираптора. Так, есть, 18 предметов собрали. Ну, единственное, да, надо тачку здесь можно было бы и поменять. Так, собери один предмет. Выживание в вулкане. Что-то я не помню такую локацию или такое задание. Как собрать один предмет? Ну, поехали, давайте его найдем. Вот это что-то, наверное, ребята, новенькое. Так, что мне сделать? Как мне выжить-то? Смотрите, поднимается лава. Я что-то вообще не понимаю. Так, ну что, последний прыжочек есть. И еще я взял даже небольшой крюк сделал, чтобы взять медальку. Да, ведь я забрал медальку. Хорошо, в итоге у меня здесь три медали. Ну что, нам уже там может боссик откроется какой-нибудь? Нет, пока 16 ребят у нас медалей. А нет, да, есть, открывается. Открывается, ребята, босс. Ну что, смотрим. Борьба тираннозавров. Ну поехали, победи босса. Пройди задание на тираннозавре. Ну как раз у меня тираннозавр есть. Так, погнали. Ух ты, да, ребята, по-моему, этот босс был. По-моему, этот босяра был. Надо только вспомнить ту серию, где мы с вами его доставали. Ну хотя вот я не помню такие, что были огни по бокам. Не ли это вот у нас появлялись или нет, или это что-то новенькое. Так, ну хотя бы давайте попробую жизнь отнять этому тираннозавру. Так, а для этого что, мне надо как-то запрыгнуть ему на бошку? Есть, готово. Жизняк отняли. Хотя бы одну. Так, не надо меня мочить. А, сейчас меня тут уничтожат. Так, ребята, последняя жизнь остается этому тираннозавру. Я взял... Почему-то решил взять тачку не валяйку. Так, ну давай, тачка, не валяйка! Есть, вынесли. Вынесли мы этого боссика. Ну вообще, какой-то, ребята, если честно, сезон очень легенький, очень слабенький, потому что, во-первых, у нас легендарочка, такая легендарка есть. Ну что, с вами был Никита, ребята. До скорого в следующих видосиках. Обязательно напишите в комментариях, как вам этот сезон. Открыли ли вы конговца? А я забираю еще пару частей для тираннозавра и буду потом... По окончании этого сезона хотя бы немного прокачаю эту тачку. Ну что, на этом все. До скорого. Пока-пока.